На кнопке Quick Switch QS нет нужной опции, вам нужно отредактировать опции Quick Switch. Для этого вам нужно открыть настройки DJI Osmo Action, затем спуститься немножечко вниз и видим здесь надпись Quick Switch. Нажимаем на нее и видим здесь напротив каждой функции галочку. Галочки — это те функции, которые будут отображаться в меню Quick Switch. Например, я могу отключить в Quick Switch все, кроме, например, HDR видео. Давайте. Вот, видео и HDR видео. Теперь смотрите, когда мы войдем в Quick Switch, у нас здесь будет только две опции. Видео и HDR видео. Вот и все. Ну и разумеется, самая первая опция — это переворота камеры, но ее ни включить, ни выключить невозможно. То есть она всегда включена. На этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!